В одном из крупных гипермаркетов Ивановской области специалисты отдела фитосанитарного надзора и качества зерна Управления Россельхознадзора по Костромской и Ивановской областям выявили партию зараженных семян бархатцев. При проведении карантинного фитосанитарного контроля семян импортного происхождения была обнаружена череда волосистая. Это сорная трава, которая не произрастает на территории нашей страны и является карантинным объектом. В соответствии с законодательством Российской Федерации такие семена подлежат либо обеззараживанию, либо уничтожению. Собственник партии принял решение сжечь некачественный товар, так как обеззараживание не только сложная, но и дорогостоящая процедура. Вся партия зараженных семян бархатцев, а это 200 пакетиков, была сожжена в присутствии специалистов Управления Россельхознадзора.